Прибытие этого поезда ждут с нетерпением. На нем в Самарскую область приехали дети из города Снежное. 9-летний Александр Майборода в Самаре впервые. Хочу увидеть речку. Погуляю по набережной. Осмотрюсь о доме. Обустроюсь. Ну и все прочее. Добрались очень комфортно, спасибо большое. Нас встретили сразу в Ростове, все нам рассказали, объяснили. В поезде ребят кормили, все были на большом подъеме, вот, в ожидании чуда, как говорится. Все накормленные, все сытые, все довольные. Ждем продолжения феерического в лагере. 150 школьников с Донбасса проведут в оздоровительном лагере в Красноярском районе более 20 дней. Их ждет не только насыщенная культурно-спортивная программа. Детей познакомят с достопримечательностями Самарской области. Мы точно знаем, что ребятам интересна река Волга, поэтому в рамках их визита, так же, как и предыдущие все заезды, мы обязательно будем вывозить на нашу замечательную, большую, дружную реку Волга ребят из Снежного, плюс, конечно же, Самара Космическая, где им интересны каждые там штучки, которые были у космонавтов. Они этого, конечно, никогда не видели. Самарская область не первый год приглашает детей из Донбасса. Этим летом в оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули и продолжают отдыхать порядка 500 школьников разного возраста. Отдых детей из Донецкой и Луганской народных республик организован по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.